4 года назад в селе Рахата сгорела единственная школа. Ребята вынуждены были получать уроки в здании местной фабрики сельской администрации. По инициативе жителей аула и общественности на эту проблему обратило внимание правительство региона. И сейчас на месте сгоревшей школы возводят новую. Сделаны наружные работы, наружная канализация, наружный водопровод, пожарные резервуары, подпорные стены. Водоотведение отрезвительное полностью завершено. Электропровода. В дальнейшем будут вести работы штукатурка, кондиционирование. Строительство школы началось в прошлом году, а завершить ее, по словам начальника участка, планируют в этом, в октябре месяце. Здание трехэтажное с высокими потолками и большими учебными кабинетами. Однако представитель местной администрации опасается, что объект не удастся сдать вовремя. Администрация селения и преподавательский коллектив, все жители селения, 52 года стояло этот на местном точке. Мы приходили из телевидения, с Москвы даже приезжали сюда снимать по нашей просьбе, чтобы сдвинуть это с мертвой точки. По информации, размещенной на сайте Минстроя, на новую школу выделено более 320 миллионов рублей. Эти средства из республиканского бюджета. Теперь жителям села и, главное, ученикам остается надеяться, что школа откроет свои двери в новом учебном году. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарцев, телеканал ННТ, село Рахата, Ботлевский район.